Всем привет! Предлагаю вашему вниманию отчет по совместному проекту «Моя зима» за ноябрь месяц. Календарная зима уже пришла, но не во всех регионах она пришла по факту. В любом случае, рукодельницы готовятся и вышивают свою зиму, такую, какую они хотят видеть. А также идет подготовка к новогодним праздникам. Все спешат, иголочки шуршат. Ну что, поехали, посмотрим наши отчеты. К нам присоединяется Элиза Левиева. Элиза будет вышивать два процесса. И у Элизы есть канал на YouTube, а также Элиза – мама пятерых прекрасных малышей. И все-таки находит время на вышивку. Во-первых, первый дизайн – это набор фирмы «Золотое руно», который разработан по мотивам Цыганова. Вышивается на аиде 16 каунта молочного цвета. Здесь используются 24 цвета ниточек, 20 чистых цветов и 4 бленда. Нитки Мадера. Размер работы будет 23 на 38 сантиметров. Схема состоит из 4 фрагментов. Пишет нам Элиза, что за этот месяц вышито 5200 крестиков. Пишет, что откладывать этот процесс не будет и будет продолжать его вышивать, так как процесс идет хорошо и затягивает. И пишет тем более, что в Москве выпал снег, поэтому очень хочется вышивать эту зимнюю сказку. Ну а мы с огромным удовольствием будем любоваться на прогресс. Второй дизайн – это набор фирмы «Паутинка», бисерная работа. Здесь почти полная зашивка, размер работы будет 38 на 28 сантиметров, используется 23 цвета бисера, ткань льняная. Артикул B1471. Вот у нас сейчас есть заявочка, ну а за подробной информацией заходите на канал к Элизе, я ссылочку оставлю, как всегда, в инфобоксе. Светлана Селедуева присоединяется к нам с наборчиком фирмы «Овен». Размер работы должен быть 21 на 19 сантиметров. Вот такой прекрасный зимний и очень атмосферный дизайн. Вышивается ниточками ПНК и за первый месяц очень-очень хороший прогресс. А это отчет Галины Парадайс. В прошлом месяце по техническим причинам мы отчет немножко потеряли. И вот поэтому сейчас я вам представляю отчет за два месяца. Галина вышивает набор фирмы «Овен», называется «Мороз и солнце». Размер работы будет 38 на 30 сантиметров. Вышивается на аиде 16 каунта. Используются ниточки ПНК 22 цвета, пишет нам Галина. Мой отчет на этот раз совсем небольшой. Сейчас я нахожусь в том месте схемы, когда очень часто меняется цвет ниток, поэтому продвигаюсь медленно, но дальше схема будет полегче. Будут вышиваться участки большими группами крестиков одного цвета. Очень хочу начать вышивать обмерзшие веточки елочек. Очень красивый дизайн. Желаем шустрой иголочки. Татьяна Гордеева присоединяется к нам с набором фирмы «Риолис». Называется «Рождественская полка». По-моему, это у нас новинка от фирмы «Риолис». Вышивка шерстью. Вот мы видим, как хорошо уже продвинулась работа за этот месяц с момента подачи заявки. Я думаю, что скоро мы уже увидим и готовую работу. У Ирины Силаевой, как всегда, всего много. Во-первых, завершился прекрасный новогодний щенок от чудесной иглы и миленький зайчик от фирмы «Алиса». Очень красивая основа. Интересно, это в оригинальном наборе использовалась такая основа, либо это была замена. Дальше вышиваются игрушки от «Матрёниного посада». И есть также наборчик от фирмы «Joy Sunday» и «Прекрасная мишка», которая тоже потихоньку вышивается. Прекрасные итоги. Поздравляем с финишем. А вот и финиш от Татьяны Буркицы. Эта прекрасная птичка вышивалась по набору фирмы «Бася Арт». Очень интересный дизайн, новый производитель. Размер работы 10 на 15 сантиметров. И пишет нам Татьяна, что впечатления от отшива хорошие, положительные, много эмоций. И вот теперь у Татьяны две птички. Вот одна голубенькая, а вторая зимний снегирь. Очень красивая вышивка.
Татьяна Буркица продолжает участие в нашем СП с авторской схемой от Марии Боровко «Волшебный десерт». Пишет нам Татьяна, что вышивать будет на равномерке голубого цвета от Убльхорн 2281. Пишет, это мой первый опыт вышивки на равномерке. Вышивки используются 30 цветов. Заказала нитки на AliExpress, это аналог ДМС, СХС, и еще 10 блендов. Для организации использовала органайзер, который вы мне прислали. Очень мне понравился. В вышивке будет использован крест, полукрест и бэкстич. Вот мое начало. Процесс мне очень нравится. Ну и сразу Татьяна нам выкладывает и первый отчет по данному процессу. Пишет, что процесс идет хорошо, все понравилось, и ниточки СХС, и как мы видим, ягодки получаются очень красивые, как настоящие. Я рада, что в прошлом месяце Настя Маркова завершила дизайн от фирмы «Чудесная игла», рождественская свеча, размер работы 16 на 23 сантиметра, а в этом месяце нам показывает оформление. Посмотрите, как интересно оформилась работа в подушку. Очень красивый здесь материал подобранный, прекрасный аксессуар и украшение к новогодним праздникам. Еще один яркий финиш нам представляет Екатерина Валуева. Вот такой новогодний, очень яркий носочек. Прекрасный дизайн. Это разработка фирмы Dimensions, но сборка была клубок желаний. Вышился носочек у Екатерины очень быстро. И вот такая красота получилась. Поздравляем с итогом. Отчет Елизаветы Хлюстовой. Елизавета вышивает дизайн «Бель и Бу. Крылатые качели. 200 на 120 крестиков». Вышивается на AIDE 18 аккаунта. Ниточки подбор СХС и гамма. Всего 18 цветов. И пишет Елизавета: «Ура! Работа готова. Получилось необыкновенно красиво. Романтика. Спасибо за замечательный СП. Для меня это был стимул начать зимнюю тему. Очень жду, какая будет следующая тема. Зима началась, пора готовиться к весне». Это такой тонкий намек мне. Ну, а мы, конечно, поздравляем Елизавету с таким прекрасным финишем. Наталья Иванова присоединяется к нам с дизайнами от «Совиного леса». Это сказочные домики. Здесь у нас две части. Избушка ледяная и терем Деда Мороза. Размер каждой части 69 на 50 крестиков. И все это Наталья вышла на равномерке 27 аккаунта. Как вы видите, уже с левой стороны у нас подготовка, а с правой стороны уже готовый результат. Вот такая красота получилась. Единственное, что пока Наталья не определилась, как будет оформлять эти вышивки. Если есть идеи, пишите. Думаю, нам будет всем интересно. А это отчет Галины Агеевой. Очень продуктивный месяц получился у Галины, много финишей. Ну и, во-первых, Галина нам представляет набор фирмы Dimensions. Вот такие прекрасные колокольчики, они уже готовы. А также выполнены колокольчики бисера. И две мордочки котиков вышиты. Очень интересно получилось в разных цветах. Получается, у Галины очень хорошо подбирать оттенки бисера и делать игрушки двухсторонние и с разным сочетанием. Поздравляем с таким хорошим результатом. Ну и хочу напомнить, что вышитые готовые работы добавляем в журнал в альбом с готовыми работами, так как по итогу нашего совместного проекта состоится розыгрыш. У нас есть спонсоры. Во-первых, это магазин «Клубок желаний». Этот магазин нам предоставляет набор, вот такой новогодний праздничный набор, самый лучший подарок. И второй подарочек для нас сделает Марина Шматкова, у нее своя группа ВКонтакте «Shining for you». Вот такие прекрасные, милые аксессуары делает Марина, и какой-то комплект сделает для наших совместных проектов. Светлана Кузнецова вышивает вот такой прекрасный носочек от фирмы «Панна». Мы видим, работа очень-очень хорошо продвинулась за этот месяц. И также Светлана пишет, что все нравится, вышивается легко, с настроением, и хочет еще приобрести несколько наборов от этой фирмы. Также и Людмила Хараян вышивает набор фирмы «Панна», вот такого замечательного лося. Очень интересный дизайн,
ждем продвижений по этой работе, самое интересное впереди. Ну и мы видим, что Людмила очень хорошо продвинулась. Я думаю, что скоро-скоро уже будет и результат. Елена Исаева вышивает очень милый и праздничный сюжет. Вот такая замечательная феечка. Пишет нам Елена, что на этот раз у нее добавились волшебные зеленые ботиночки и пришла она к нам с целой корзиной новогодних подарков. Прекрасный дизайн. Желаем шустрой иголочки. Лера Серегина вместе с помощником за ноябрь месяц навышивали 23 734 крестика. Отличный прогресс. Я поздравляю Леру с таким хорошим продвижением, потому что вышить такой огромный участок, тем более не совсем простой дизайн, это, конечно же, большой труд. И Лера также нам добавляет сюда статистику из саги. Мы видим, что и по 1400, и по 1100, и 2000. Вот последние дни уже Лера добирала по 2000 крестиков в день, вышивала. Отличный результат, очень красивый дизайн. Кристина Внукова и в этом месяце очень постаралась и практически завершила носочек. Это у нас дизайн фирмы Dimensions. Вот такая красота. Осталось совсем чуть-чуть, отделочные стежки, французские узелки, ну и, конечно же, сборка, и можно уже хвастаться готовой работой. Ждем к праздникам. Вторая работа Кристины – это авторская схема Серафимы Абрамовой. Данная работа вышивается на Аиде 16 аккаунта фирмы Цвайгард серо-голубого цвета. Размер работы 130 на 180 крестиков. Используется 18 цветов и 17 блендов. Вот такая непростая работа, но очень интересная. Пишет Кристина, что уже готово 21%. Достаточно хорошее продвижение. При том, что такие дизайны вышиваются не просто из-за похожих цветов и того, что не проявляется сразу рисунок, но по итогу должно быть очень красиво. С огромным нетерпением жду каждого отчета. Возвращается к нам Наталья Ступак с отчетом по набору фирмы Custom Crafts в моем дворике. Размер готовой работы должен быть 49,5 на 35,6 сантиметров. Число стежков 274 на 196. Участвуют 38 цветов. Вышивается на Аиде 14 аккаунта чистыми цветами, без блендов. Пишет нам Наталья. Уделила этой работе месяц. Вышила практически лист. Работа требует много времени и внимания. Есть места, где очень легко, а есть, где не очень. Вышиваю с удовольствием, результатом довольна. И появляется уже, как вы видите, вот такая птичка, очень интересная, желтенькая птичка. И ждем всех остальных. Вторая работа Натальи – это набор фирмы «Золотое руно. Вкус детства». Очень прекрасный сюжет такой зимний, и многим он нравится. Размер готовой работы будет 38 на 33 сантиметра. Вышивается на Аиде 16 аккаунта белого цвета. В работе участвуют 44 цвета и 11 блендов. Также есть немножко и бисера. Ну что, вот мы видим, уже начало положено. Прекрасный старт. Желаем шустрой иголочки. Ангелина Орлова уже подготовилась к праздникам и вырастила вот такую красавицу елочку. Практически она уже готова, осталось ее нарядить, и все настроение уже создано. Конечно, впереди еще много крестиков, но уже самый главный атрибут новогодних праздников готов, и он уже на основе. А это у нас отчет Марины Лакизы. Работа очень хорошо подросла за этот месяц. И в целом здесь, наверное, ну или одна треть, или одна четвертая. Одна четвертая, наверное, работа уже готова. Прекрасный прогресс. Пишет Марина, что все нравится, набор очень нравится. И в планах есть приобрести еще наборы этой фирмы. Марина Денисова вышивает вот такого замечательного щенка в кружке. Это набор фирмы Овен. Пишет нам, что в данном дизайне используется очень много ниточек красных оттенков, но процесс нравится, отшивается легко и с удовольствием. И очень Марина благодарит за СП. Я тоже вам очень благодарна за участие и за прекрасное настроение.
Наталья Тан пишет: «Зимний пир от Custom Crafts движется вперед. Вышила за ноябрь в общей сложности чуть менее листа. Участок нудный и скучный, но вышивать легко. Ноябрь и декабрь – самые загруженные периоды на работе. И совместный отшив помогает чаще делать выбор в пользу этого процесса». Я этому очень-очень рада. Хочется увидеть, как продвинется этот прекрасный дизайн. Набор фирмы Custom Craft «Зимний пир», размер 196 на 154 крестика. Надя Дубинских пишет: «Поздравляю всех с первым днем зимы. Хотя в Израиле нет такой зимы, как в дизайне, который я вышиваю, благодаря моему процессу по набору «Заветное время» от Dimensions я получаю эмоции предчувствия новогодних праздников, ощущаю, что за окном такая же погода и атмосфера. В ноябре вышло 12 вышивальных дней, уже готово 36%, что составляет 11 тысяч крестиков. Очень надеюсь закончить до Нового года». Вот такая красота у Нади уже появилась. Надя у нас живет в Израиле, и у нее есть свой канал на YouTube. Наталья Зенкина отчитывается по набору фирмы Panna. Вот такой прекрасный лось, и представляет нам очень оригинальную фотографию и пишет: «Дома построены, рога закончены, на декабрь осталась самая сладенькая мордочка самого лосяша. Надеюсь, он будет вышиваться легко, и я успею закончить его за декабрь. Мы тоже на это надеемся». Елена Лубинец вышивает носочек от фирмы Panna, вот такой замечательный снеговичок с подарками и зверюшками. И, как мы видим, работа очень-очень хорошо продвигается. У Елены, конечно же, есть еще и другие процессы, но тем не менее все вышивается. Прекрасный результат за ноябрь. Марина Шматкова вышивает набор фирмы «Мережка» и пишет: «Растет город за окошком, а котик мирно спит в тепле и составляет мне приятную компанию. За месяц прибавилось ровно 30% работы. В крестиках вместе с бэком это 9412 крестиков. В последние дни много вышивала коричневым цветом, но он вообще не напрягает. Работа невероятно праздничная и красочная получается. Кайфую в процессе вышивки от этого процесса. Всего готово 64%. Вот это скорость! Супер!» Отчет Марины Филипповой. «Рождественская ночь. Размер 32 на 29 сантиметров. Аида 16 каунта цвета айвори. 36 цветов. Всего вышито 2 листа из 4. Это составляет 18 тысяч крестиков. В этом месяце вышивала только эту работу. Очень хочется закончить до Нового года. Пусть не успею оформить, но хотя бы натяну на пенокартон готовую работу и повешу на стену. Не буду жаловаться на схему. Результат затмевает все ее недостатки. Вышиваю и любуюсь пейзажем. Сюжет очень напоминает картины Питера Брейгеля-старшего. Ниточки мягенькие, шелковистые, но есть и достаточно жесткие и сухие, напоминающие старые катушечные нитки. Но пусть, повторюсь, результат мне очень нравится. Вышиваю и как шаманка млю. Приди, зима, снежку принеси». Елена Канева вышивает вот такой очень интересный оригинальный сюжет, разработанный по старинной открытке. В принципе, работа уже готова, осталось только бэкстич. Я думаю, что уже совсем скоро мы будем любоваться на эту красавицу. Очень интересно подобран цвет основы. Ну и, конечно же, дизайн весь очень хорошо разработан. Не хватает немножко бэка, но я думаю, скоро-скоро Елена нам уже представит эту работу во всей красе. А это отчет Натальи Чермениновой, и пишет нам Наталья: «Поздравляю тебя и всех участниц СП с началом зимы. И высылаю фото для отчета за ноябрь. Набор «Русская зима» от Риолис. В ноябре уделила совсем мало времени этому набору, поэтому отшился лишь небольшой кусочек. Но надеюсь, что в декабре удастся хорошо продвинуть эту работу. Так что буду стараться. Очень хочется порадовать себя и успеть закончить вышивку до конца СП. Желаю всем участницам СП творческого вдохновения и сказочного настроения в преддверии любимых зимних праздников». А это отчет Елены Сметаниной, пишет нам Елена: «Прибавила еще немного. Несколько дней уделила бэкстичу, сразу выросли ветки у деревьев.
вышивка очень нравится. Прибавила за месяц около 6000 крестиков. Совсем не маленький результат. Это у нас дизайн фирмы Dimensions, но в данном случае это сборка от магазина «Клубок желаний». Называется дизайн «Зимняя тишина». Размер работы будет 40 на 25 сантиметров. Вышивается на иде 16 каунта серо-голубого цвета. Прекрасное продвижение за месяц. Еще одна работа от Елены Сметаниной. Это авторская схема от Натальи Луневой. Вышивается на мурано ниточками гамма. И вот так продвинулась работа за этот месяц. Пишет нам Елена, что вторая часть вышивки тоже закончена. В этом фрагменте всего 60 на 60 крестиков. Думала, что управлюсь дня за 4, но часто менялась ниточка, мешанинка из полукрестов различных цветов и в различные стороны. Смешали все планы, но результат мне очень нравится. Хочу успеть вышить эту работу в рамках СП к Рождеству. Очень интересный дизайн, такой ювелирный, детальный и очень нежный. Еще одна вышивка Елены Сметаниной не в крестиках, не в глади, а в очень интересной технике и для меня новой, я думаю, для многих. Пишет нам Елена. Пускай это не вышивка крестом, но работа зимы с атрибутом зимы, милой елочкой. Надеюсь, понравится вам и вы будете смотреть за продвижением моей работы. Это авторский курс ЕН Хохловой группы Teach to Stitch по швальмской вышивке. Буду выкладывать фото моих работ, продвижение по работе со стежками и стягами. Вот так вот интересно, я долго рассматривала. Невероятно все это смотрится, кажется, что это машина вышивка, но это вот ручная работа. Мне очень интересно, надеюсь, также многие заинтересуются хотя бы полюбоваться чем-то другим. Илона весь ноябрь растила свою елочку, растила, растила и выросла. Прибавила всего 3500 крестиков, но результат налицо. Какая красавица получилась. Очень красиво смотрится на темной основе. Мне кажется, это очень удачная замена. А эту работу вышивает Инга Бартусевичени. Пишет нам, что вышила более 3000 крестиков. Очень довольна продвижением. Но эта работа дается нелегко. Очень похожие оттенки цветов используются на данном участке. Всегда такие работы вышиваются сложно, но продвижение очень хорошее. Такой большой-большой кусочек уже вышился. И рядышком я вставила фотографию. Это наборчик фирмы Joy Sunday. Вот два таких прекрасных волка. Желаем шустрой голочки. Татьяна Фетисенко готовится к праздникам масштабно. Не только елочки вырастила, но, конечно же, построила уже и дом. Смотрите, 50% работы уже готово. Это у нас набор фирмы Риолис, вышивка шерстью. И здесь 50% уже вышито. Прекрасная работа. И пишет Татьяна, что нравится этот процесс. Все идет очень легко и в радость. Аленушка Сережина вышивает прекрасные глазки хаски по собственной разработке. Алена сама разработала эту схему и сама ее отшивает. Пишет нам, что уже закончен первый лист схемы, впереди еще два, и все, работа будет готова. Потихоньку работа вышивается, и за это самое главное, что есть прогресс. Прекрасный глаз, посмотрим, что же получится. Татьяна Турова представляет нам отчет, и здесь уже 60%. Вот так продвинулась работа за эти два месяца. Очень быстро все вышивается у Татьяны. Напомню, что это дизайн фирмы Dimensions, должен был быть носочек, но Татьяне доработали схему, и это будет полноценный дизайн, полноценная картина. Поэтому я с огромным нетерпением каждый раз жду отчета, посмотреть, как же все получится. На мой взгляд, все замечательно. Алла Красноярская отчитывается по набору фирмы Фрузелок. Вот такой праздничный здесь у нас венок. Вышиты полностью все крестики, остался теперь бэкстич. Вот так сделала, напоследок оставила бэкстич. Ну и, конечно же, оформление, приклеить задник и готов вот такой предмет украшения для праздников. Поздравляем, уже большая часть работы выполнена.
Татьяна Муратова, во-первых, отчитывается по дизайнам, которые она вышивает для подушечек Саши из журналов. Это вот такое вот сердечко вышилось и звездочка. Очень красивые и милые сюжеты. Единственное, пишет Татьяна, что получается немножко бледнее, хотя вышивает все по ключу. Ну, наверное, когда они оформятся, все будет, станет на свои места. И также с левой стороны мы видим фотографию еще одного дизайна, который вышивает Татьяна. Это такой сложный дизайн, но очень интересный, зимний, и мы видим хорошее продвижение. Встречайте отчет Татьяны Муратовой. Здесь не один дизайн, а целая подборка. Ну, во-первых, с правой стороны у нас схема от Алисы Акняс, этой венки. Размер 91 на 91 клеточку. 17 символов используется, 12 чистых цветов и 5 блендов. Вышивается крестом в 2 нити и есть бэкстич. ТМС перевела в гамму. Основа у меня украинская равномерка. Дымчато-сиреневая, рекомендуется лавандовая, но я решила выбрать из того, что у меня есть. И вот такой интересный у нас вышивается дизайн, подобраны ниточки, ну а также будет вышиваться вот такой маленький, очень симпатичный, добрый бычок на пластиковой основе, как символ 2021 года. Анжелика Журавлева вышивает оригинальный набор фирмы Dimensions Christmas Tradition 22 на 35 сантиметров. Вышивается на Аиде 14 каунта. Это у нас простая серия, не Gold коллекция. Очень интересный праздничный дизайн. И вот то, что уже вышилось у Анжелики. Виктория Румянцева вышивает дизайн фирмы Lavender & Lace, называется Oh Christmas Tree, 198 на 239 крестиков, вышивается на линии 27 каунта Мулины ДМС Бисер Тоха, и также есть металлизированная нить. Посмотрите, как хорошо подросла работа, видно, что процесс пришелся по душе, поэтому работа просто летит. Очень красивая разработка, к праздникам, к Новому году, конечно, это самое то. А это отчет Ирины Шипатько. И пишет Ирина: за этот месяц вышивка этого процесса затормозилась, но в декабре обещает быть основным процессом. Надеюсь перевалить за 50% работы. На данный момент вышито 37. Вышивается очень легко, если вышивать, но на все нужно время. Конечно, такие процессы требуют времени, но когда семья большая, время найти сложно. Что ж, желаем в декабре достичь цели и вышить 50% работы. Ирина Жукова к нам с отчетом и пишет: медленно, но работа продвигается, уже отшито 57%. Вышивается очень приятно и нравится, как получается. Цветы, листики, шишечки, все смотрится очень реалистично. Ну и напомню, что это набор фирмы Риолис Пуансетти, размер работы 19 на 90 сантиметров. Вышивается шерстяными ниточками на Аиде 14 каунта. Прекрасный дизайн, желаем шустрой полочки. Анна Коновалова вышивает бисерный дизайн вот таких прекрасных снегирей. За этот месяц вышилось 3105 бисеринок. Получается очень красиво. И вот только на отчетной фотографии я поняла, что это полная зашивка. Мне почему-то казалось, что вышивается только снег и снегири, а здесь вышивается даже фон. Очень интересно, как все это получится. Светлана Романова вышивает вот такую прекрасную подушку, это фирма Панна Снегурочка, и пишет нам Светлана: когда только начала этот набор, была разочарована тем, что превью сильно отличается от того, что получается на конве. Узоры на шубке Снегурочки не так контрастны, как это представлено на картинке, и сначала даже забросила вышивку. Теперь вышиваю потихоньку, но боюсь, как получится лицо. Светлана, мне кажется, все получится прекрасно. Да, всегда бывают такие моменты, у производителя отличается готовый результат по цветам от обложки, но лицо здесь не такой большой участок, можно будет вышить другими ниточками, можно будет подобрать, а все остальное будет, мне кажется, очень хорошо. Ну вот, по крайней мере, сейчас так кажется это на фотографиях по картинке. Вышивайте, все получится.
Ольга Матросова к нам с отчетом и пишет: «А вот и я. Правда, начало только положено, но потихоньку идет. Сложно вышивать по оригинальному ключу, много разных сложений нитей, но и главный помощник не отходит от вышивки». Я думаю, что с таким помощником процесс обязательно должен пойти хорошо. Напомню, что здесь у нас идет вышивка по напечатанному фону на основе. Это набор фирмы Joy Sunday, но дизайн фирмы Dimensions. Размер работы будет 53 на 41 сантиметр. Вышивается на AIDE 14 каунта. Вот такие продвижения у Ольги за этот месяц. Ну и желаем шустрой иголочки. Анастасия Телегина проводит заключительные работы по сборке снежинок. Это оригинальный набор фирмы Риолис, по-моему, это новинка. Здесь осталось у Анастасии выполнить бэкстич, сшить элементы. Одна снежинка уже готова, ну и на подходе все остальные. Татьяна Петрова вышивает набор фирмы «Мария Искусница», называется «Зимняя улочка», размер 30 на 33 сантиметра, вышивается на AIDE 14 каунта фирмы Zweigart. Ниточка здесь финкой, также используется бисер. И вот такой прогресс за месяц, за два месяца получается практически половина работы готова. Что ж, отличная скорость, прекрасный результат. Ну и мой отчет за ноябрь месяц. Я работала с двумя процессами. Во-первых, это дизайн фирмы Dimensions, но у меня сборка клубок желаний, зимней радости. Вышивала лошадок, вышивала сани с людьми. Здесь очень кропотливый участок, часто смена нити, много бэкстича цветного, такого непростого. Пришлось потрудиться. Не такой сложный участок, но очень кропотливый, и поэтому работа шла медленно. Но я собой довольна. Я хотела вышить этот красивый элемент этой работы, скажем так, центральную часть, и у меня получилось красиво, шикарно. Конечно, Dimensions есть Dimensions. Ну и клубок желаний тоже молодцы, хорошо, цвета все подобраны. Надеюсь, в декабре мне удастся завершить нижнюю часть работы. И вторая моя работа – это оригинальный набор фирмы Custom Crafts в моем дворике. Работа непростая. У меня на эту работу ушло в ноябре всего лишь одна неделя, и за эту неделю мне удалось вышить пол листа. Конечно, я собой недовольна, мне хотелось побольше, это любимый дизайн, но работа кропотливая. Не могу сказать, что сложная, но кропотливая и по времени, конечно, трудозатратная. Надеюсь, в ноябре дошить эту половину листа, о большем я пока не мечтаю. Самое главное для меня, что она уже в процессе, а значит, что работа будет вышита. На этом у меня все, это все отчеты. Спасибо за вашу активность. Напоминаю, что в декабре мы тоже вышиваем, несмотря на все праздники. И сколько бы у вас ни получилось продвижения, все равно выкладывайте ваши отчеты. Будем поддерживать командный дух. И у нас не так-то много и времени. Январь, февраль и заканчивается наш СП. Точнее, декабрь и январь. И заканчивается наш СП. Но если захотим, мы можем всегда, конечно, и продлить немножечко еще наш СП. Об этом мы поговорим, наверное, в следующем видео. А на этом все. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. Пока.